Автоцивілка з вигодою? Звісно, Hotline Finance. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії працює Богдана Мосова. Штурм аеропорту в Махачкалі став доказом того, що країна-агресор Росія не здатна витримати протистояння з Україною стратегічно, оскільки кремлівський режим вдруге за рік втратив контроль над подіями у своїй країні. Таку заяву зробив президент Зеленський у відеозверненні напередодні. За його словами, Україна має тверезо оцінювати російську систему. А країна-агресор мобілізувала усі сили для того, щоб не втратити окуповані українські території. Проте вони забруднили свою країну ненавистю та деградацією, сказав президент. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Гела Васадзе, експерт Georgian Strategic Analysis Center, автор YouTube-каналу «Новини Кавказу». З ним обговоримо події в Дагестані. Пане Гела, вітаємо вас. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пане Гело, ось ну така от точка зору з Банкової. Ви щойно чули про певний заколот із середини. Ви погоджуєтесь із такою оцінкою? От, власне кажучи, коли ми говоримо про перше джерело цих погромів, то воно яке? Чи були ці погроми дійсно стихійними? Ну що значить стихійними? Стихийного ничего не бывает, за любой стихией стоит очень серьезная организация. И то, что эта организация существует, то, что эти организации существуют, социальные сети существуют, социальные не в смысле площадок социальных, а в смысле сети, объединяющие единомышленников, это факт. И это факт уже вот нашего нового времени, новой эпохи. Поэтому, если мы говорим об организации этого всего, то понятно, что это горизонтальные связи прежде всего. Я не располагаю информацией, была ли организация конкретного действия, но то, что в эти горизонтальные сети была брошена конкретная информация. Информация о том, что собираются переселить израильтян, евреев на Северный Кавказ, на постоянное, что называется, место жительства, и создать там на Северном Кавказе новый Израиль, это как раз-таки тот информационный вирус, который был вброшен и который попал на очень, как мы увидели, благодатную почву. Ну а дальше, если мы посмотрим социальную структуру того же Дагестана, да и всего Северного Кавказа, но прежде всего Дагестана, то мы увидим там очень интересные моменты. Что есть власть, официальная власть, которая держится исключительно на силе насилия, уж простите меня за тавтологию. И есть целая масса пассионариев, молодых людей, которые соответствующие идеологии, а это идеология радикального исламизма, базируемая на, скажем так, ответвлении от ислама салафизме. Ну і, соответственно, значить, от ми побачили вот эту смесь в действии. Тут, до речі, є цікавий момент. Перед цими подіями Путін саме проводив зустрічі з лідерами конфесій в Росії. Назвав Равіна муфтієм, що, мабуть, показує, як глибоко він до релігійних справ дотичний, як вони його цікавлять. І він їм усім подякував за злагоду між релігіями, між різними частинами російського суспільства, так би мовити. А в Дагестані ми побачили, власне, от буквально за кілька днів, яка вона насправді та злагода. А ось ці релігійні лідери, які зрозуміло, що є ручними певним чином, вони там мають якийсь вплив, чи тут більше якісь люди на місцях вирішують? Ви знаєте, мені складно сказати. Я думаю, що, по моїм відчуттям, це те, що було на місці конкретно. Взагалі, для будь-якого тоталітарного режиму, а режим сьогодні в Росії, несомненно, тоталітарний, Такие эксцессы, они крайне опасны. Но тут есть нюанс, о котором мне бы хотелось бы поговорить. Ну, давайте подумаем о реакции Запада, о реакции, ну, и вообще о международной реакции на это все. С одной стороны, да, конечно же, ужасно, ужас, там, угроза насилия, беспорядки и так далее. А с другой стороны, сразу же, наверняка сейчас во многих аналитических центрах
тех же Соединенных Штатах или в той же Европе просчитываются варианты. А что будет, когда Путина не станет, и когда не станет путинского режима? Путина бог с ним. Говорят, что он вообще в холодильнике сейчас с фруктами лежит. Хотя какой из 12, непонятно. Но если не станет режима, не создаст ли это дополнительные проблемы? И это, кстати, тот самый момент, который можно использовать российской власти в плюс. Тобто Кремль міг стояти за цими речами? От ми буквально до цього говорили із політологом Олександром Леоновим, і, власне, він припускав, що Кремль міг щось таке інспірувати, але, так би мовити, перестарався, і вийшло, не знаю, можливо, як з Пригожиним, так, коли вони його виростили, а він потім пішов на Москву. Тут могло быть все что угодно, конечно же, но дело в том, что в данном случае мы о чем говорим? Мы говорим о том, что да, Кремль мог, конечно же, стоять за этим, за всем, естественно, но весь вопрос в том, а какая разница, стоял за этим Кремль или нет? Ведь по факту мы имеем то, что имеем, то есть мы в данном случае с вами что обсуждаем? Кто организовал или кто выгодополучатель? Не всегда выгодополучатель – это организатор. И наоборот, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вы же знаете прекрасно эту знаменитую формулу Черномырдина еще. Наверняка вы о ней слышали. Поэтому сейчас не суть важно. Кремль вряд ли российские спецслужбы. Давайте будем корректными выражениями, потому что российские спецслужбы стояли за этим или не стояли за этим. Ну а какая разница в данном случае? В данном случае важен результат. От ви, власне, згадували те, що все почалося із того, що було вкинуто в соцмережі, так би мовити, благодатні інформаційні наративи. І тут що цікаво, що засновник Телеграм Павло Дуров пообіцяв заблокувати канали, які закликають до насильства, йдеться, і, власне кажучи, вже був заблокований відповідно телеграм-канал «Утро Дагестан». Тут якась така цікава історія, взагалі рідко, коли Дуров отак от виступає, і після цього блокують якийсь телеграм-канал. Сам Дуров і саме дагестанський телеграм-канал блокують. Чи відомо вам, про який канал йдеться, і чому може бути така реакція від Павла Дурова, який начебто як сидить за кордоном, от, але вже багато говорили про зв'язки телеграму саме зі спецслужбами Росії? Да, ну можно говорить о чем угодно. В данном случае, вы знаете, конечно же, Телеграм сыграл свою роль, но я вам скажу так, что тот, кто хоть немного знаком с ситуацией на Северном Кавказе, абсолютно очевидно, те все знают прекрасно, что социальные сети на Северном Кавказе, вот те социальные сети, о которых мы с вами говорили, это не про Телеграм, это у них там WhatsApp, у них группы в WhatsApp. Поэтому вот эти люди конкретно, они организовывались как группы в WhatsApp. А Telegram был, так скажем так, дополнительным фоновым этим, в данном случае. Свого часу в Дагестані були чи не найсильніші протести в Росії проти мобілізації. Як ви бачите, чи в Кремлі бояться подій в республіці, і чи може тут іще щось спалахнути? Чи на цьому все? Путін скликав оцю раду, щось вони там повирішували, і на цьому все припиниться? Ну, угроза дестабілізації, звісно ж, существує. Но угроза дестабілізації существує во всіх регіонах Росії. Другое дело, що в тому же Дагестані, я ще раз повторюсь, є горючий матеріал. Це от молодіж, об'єднана группы в социальных сетях с определенной идеологией. Такого горючего материала в других регионах просто нет. Поэтому здесь, я же говорю, здесь очень многослойные вещи. Здесь, кроме всего прочего, сейчас, конечно же, будут все пользоваться ситуацией. Те же спецслужбы будут пользоваться ситуацией для выявления этих сетей. Хотя я думаю, что
на самом-то деле выявлено уже все. Они прекрасно знают, кто там руководит, кто активисты, кто и как. Как они будут на это реагировать, что они будут делать, я не знаю. Но факт тот, что эти события показали, что далеко не все ладно в России, и что взрыв может произойти в любой момент и где угодно. А скажите, Северный Кавказ, это был первый кандидат. Так, а скажіть, чи ви звернули увагу, як російські чиновники і топ-посадовці відреагували на ці події? Бо тут взагалі така цікава історія виходить. Ну, якщо вони засуджують цей погром, то вони наче як на стороні Ізраїля, проти якого Росія, ну, негласно виступає, і який підтримувати в Росії не можна. А якщо підтримуєш погром, то ти ж, типу, підтримуєш заколот проти влади. І тут така виделка цікава виходить. Не, ну что значит, кто на стороне Израиля в данном случае? Вы в данном случае о ком говорите? О тех, кто поддерживает, о тех, кто подавляет погром? Против тех, кто засуджує. Ну я понимаю, но ведь в итоге, при чем на стороне Израиля или не на стороне Израиля? В данном случае это вызов власти. И Израиль тут как бы всего лишь повод. Понимаете? А наскільки в самому Дагестані зараз сильна рука Путіна, і чи є там якісь місцеві еліти, які можуть не підтримувати чинну владу? Чи можливо, ну, вони про це не кажуть, але є якісь свої, так би мовити, клани? Ну, звісно, там є будь-яка власть, вона опирається на місцеві клани, іначе б вона б не витримала. Понятно, що есть определенный социальный контракт у центральной власти с местными кланами. Кто-то из них, и это неизбежно, кто-то из них противостоит Кремлю, а кто-то, наоборот, является сателлитом Кремля. Это просто законы жанра, по-другому не было никогда в истории. И естественно, вполне естественным образом, те, которые являются сателлитом Кремля, они очень сильно напуганы, но те кланы, которые являются противниками Кремля, такие тоже, уверяю вас, есть. Они, соответственно, будут еще больше разжигать этот конфликт и будут максимально стараться, чтобы, скажем так, сменить во властной элите те кланы, которые сейчас находятся наверху. Это вполне естественный процесс. Я еще раз говорю, тут как многослойный пирог. Первое, самый главный момент, было показано, что есть сила у антисистемных элементов, которые готовы так или иначе бороться с властью там. Какие это элементы, насколько на них можно опираться и так далее, это уже другой вопрос. Вопрос в том, что да, система власти Путина терпит, находится в достаточно серьезном кризисе. Это естественно. Ну і цікаво, що на ці події відреагували в сусідній республіці і досить такий екзотичний спосіб. Глава Чечні Кадиров дозволив стріляти в лоб на мітингах, які можуть статися в Чечні на тлі заворушення Дагестані. За словами Кадирова, призвідників потрібно негайно затримувати, але є інший варіант. Власне кажучи, він був озвучений вище. На вашу думку, це просто заява в стилі Кадирова, де він любить це виступати в такому образі мачомена, чи це щось більш серйозне і якось змінює ситуацію в регіоні? Ну, это и то, и другое, потому что Кадыров прекрасно понимает, что главную угрозу, и давайте прямо скажем, что главную угрозу вообще власти Путина на Северном Кавказе и в Чечне, в том числе, а власть Кадырова – это власть Путина, представляют именно вот эти исламистско настроенные молодые люди. Поэтому, ну, Кадыров, если Меликов может себе позволить допустить такое, то Кадыров себе такого позволить не может. Потому что вся его власть основывается на тотальном контроле и на том, что он, ну, вот, абсолютно человек, который абсолютно все контролирует и является абсолютной силой в Чечне. Прежде всего в Чечне, а с претензией на весь Северный Кавказ. Были разные варианты. Я читал разные варианты этого всего. Я даже читал вариант, что сам Кадыров чуть ли едва ли не являлся организатором того, что произошло в Дагестане. Потому что это борьба с кланом, опять-таки. Я читал то, что
являлись организаторами, могли являться организаторами Ротенберги, Ковальчуки, там чего-то передел власти, передел собственности и так далее. Все это может быть, все это имеет право на существование. Но в данном случае, я думаю, мы должны действовать по принципу бритвы Оккама, то есть не плодить сущности. То, что мы не знаем, не знаем, а то, что мы видели группу молодых и очень мотивированных людей, которые, соответственно, готовы бросить вызов государству. А в данном случае это государство Владимира Путина. Пане Гело, дякуємо вам, що ви долучилися до нашого етеру. Гело Васадзе був на зв'язку зі студією Радіо НВ, експерт Georgian Strategic Analysis Center, автор YouTube-каналу «Новини Кавказу». Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.